Буэнос диас, перцы. Я один раз светную заряд ваш экрана, это значит, что мы продолжаем проходить Borderlands. Поэтому усаживайтесь поудобнее, берите ништячки и делайте громче. Вперед! Итак. Так. На доске новые квесты. Блять, по привычке два раза W бью. Чтобы побежать. Так, сейчас тут огры полезут. Ты, блядь, еще на меня блевать будешь, урод. Сука, блевотронный. Самое смешное, что блевнина отъедает мои хп. Ну чё, суки, вперед. Как же он меня, сука, бесит. На, точно, у меня ещё вот такая штука есть. Ну, стволики — это всегда круто. Так, как говорится, напомните мне, что мы делали в прошлой серии. А в прошлой серии мы шли за противоядием. То есть нам сейчас придется пидорасить ебучего вервульфа. Так, тогда откроем мапу. Куда нам вообще путь держать? А, по самому берегу пиздячить. Ну, все равно, на всякий случай, наверное, давайте проскочим по городку. Так, поковыряемся в инвентаре. Так, 183. Так, 441, 339. Зомбанутых тут нет. We were betting on whether or not you'd survive and make it back. I had 3-1, you'd be zombie. Снайперка. The new U station really throws off the spread. Так. Кто пиздит? Так, что по стволам интересного? Так, револьвер. Пистолетик, пистолетик. Зловещий снайпер. Сколько? 160, 94, 1 к 4.
Так. Заебцам. SES. Технологии плюс большая емкость магазина равно моя победа. Заебцам. Заебцам. Ну-ка, чё там за новый винтогрыз? Ох, ебать! Какая крутая штука. Ищите хранилище, тогда вооружайтесь до зубов. Сейчас все апгрейды куплены. 560 патронов к штурмовухе, это ж не урод ебаться. Так, сейчас по бережку. Там наверняка мы снимем одного-двух стервятников. Нам нужны яйца этих пидорков. Готовченко. Так, значит, поближе к уродов. Ебучие птицы. А, вроде все. Блять, сбегать сразу сдать, что ли? Или не, хуй с ним. Хуй с ним. Блевун снят. Да идите сюда, петушара. Как ты подкрался-то ко мне, блядь? На тебе, блядь, блеванитовая палочка. Блядь, все щиты спилили, уроды. Так, вроде чисто. Значит, пиздуем дальше. В блеване, блять. Ксавимся. Блять, там стервятники летают, походу. Готов. Так, вроде всех поснимал. Ёбаные демоны, блядь. Нам на самый конец... Ха, не успел залететь. Не, конечно, можно было бы их и снайперки сбивать. Да иди ты... Пошел нахуй! И ты пошел нахуй, и ты пошел нахуй! Фух, вроде все. Ну хоть патроны мне кто-нибудь компенсирует, блядь! Рукопать.
Сейчас там будет очень мясной уровень. Так, найти зловещий вход. Так, заодно посмотрим, что есть в автоматах. Может быть, щитом новым разживемся. 151.36. Сверхбыстрый. Ебать! Блядь, а мне и продать-то нехуй. Даже если я свой щит продам 6 тонн, я вряд ли наковыряю. Вот сейчас будет мясцо. Ну, гниду. О! Так. Кстати, пока вот так психи стоят, шатаются, их нужно добить. Иначе они начинают бегать, как ошалевшие. Просто, блядь, как сумасшедшие. Блядь, меня еще кто-то обливать успел. Ах ты, сука. Психи тоже умеют блевать? Вот эти пидоры очень быстро прыгают. Там из кого-то, по-моему, винтовка выпала. Так, поддельный снайпер 147, 92,6, скорострел 1,2. Моя круче. Откуда ты блюешь-то, урод? Блядь, да откуда ж вы наблевываете-то, мать вашу, за ногу? Есть хэдшот. Так, патроны для снайпы. Дайте-ка сразу сходим, облегчимся. О, СМГшечка. Так. А у меня дробовик. Хуяк, хуяк, вы слушали маяк. Встретившись с дикими зверями, вы будете рады, что приобрели лучшее снаряжение. Я же говорю, что я не люблю дробовики. Так, 7500, надо еще... Психи тоже весело порыгивают. Оказывается. Так, прям по курсу еще один пидор. Я сейчас получу 18-й. Так, поднимаемся на второй этаж. Надо сначала здесь обижать. Мало ли, какие орки будут. Что там на карте? Тут где-то, по-моему, ящик был, но да хуй бы с ним. Так, здесь, скажем так, место для отката. Тут очень ебучая именно система в том плане, что подниматься приходится хуй пойми как, а зомбаки еще и сверху умудряются прыгать. Так, навыки. Так.
Теперь птиц научился меня хилять. Хуя он дальнобойщик. Так, сзади. Я думал, это блевок в мою сторону с этой стороны. Так, теперь надо отойти на камни, чтобы грамотно их расстрелять. Так, там никого, значит, сверху. Раз, блеватрон. Я тебе еще блевуар отстрелю, блядь, пидорас. Так, почему 118? А, он ХП увеличивает, вон чё. Чё, не в кайф? Пёс. О, бабло. Нельзя этому пидору давать вставать. Вот именно из-за этого и является система ебучей, да нельзя. Потому что пока ты топаешь, за тобой образуется толпа, и приходится стрелять сразу в две стороны. Так, сзади ж никого нет, я могу спокойно откатиться. Быстрый петух. Ух ты ж, блядь! Надо птицу запускать по-любому. Блять, у меня с патронами напряги начинаются, а? О, хилка. Давненько я их не видел. Блять, ты где есть, пидор? А, там калека ползает. Его можно было, в принципе, и вручную прирезать. О, трансфузионка. Т-64-95-1-4. Ну, обойма 9. 164-95-1-4. Щелк. 33-90-10. Блять, обоймы разные. Совершенно разные. Фанатик, так, а есть мне чем хильнуться? Да хуй там море рассекало. Дыщ. На, точно, наш гранаты хилочные.
Так. Не, в принципе, можно пидорков и снайперки расстреливать, только патронов расход большой. А у меня есть такая привычка плеваться патронами, как семечками. Блять, вот с патронами КПП у меня реальный напряг. Ой, это что такое? Ха, примерно похож на тот, который я толкнул. Но сейчас лучше взять штурмуху. Что сейчас будет ебаное мясо. Баранная дробь. Кстати говоря, оба, сработало, кажись. Да, точно, сработало. Опять же, маленький баг. То есть, вы видите, если успеть сховаться за забором, то тебе будет вообще срать на всех и на вся. Как говорится, зачем... Зачем бегать за этим пидором? Ебать, конечно, у этой штуки крит, а? Готов, покойничек. Вот только хлам весь вывалился на ту сторону, ну да ладно. Ох, ебать. Эридианский артефакт. Первый, кстати, за все время нашего прохождения... Вроде бы все собрал. Здесь мне сейчас наконец дадут нормально так, блять, патрончиков. К пистолету ебломету. Это барахлишко я заберу. Ясен хуй. Винтовка говно. Это я авторитетно заявляю. Так, три гранаты. В унитазе там что-то было. А, там пистолетные. Так, там где-то он в мусорке, по-моему, валялся. Образец. Ага. Ну все, в принципе, можно ебашить по тапкам. Опять же, маленький хинт. Мы поднимались вот так. Я вот не помню, можно ли вообще пройти куда-то дальше. Я имею в виду вот по этому диаметру. Или надо обязательно ебашить через низ. Ладно, хуй с ним. Пиздуем, в принципе, в днище ебаное. Сейчас будем заодно разбираться, что да как. В принципе, можно сдавать оба квеста, который с яйцами и вот этот с противоядием. Единственное, что, блядь, последняя миссия в этом дополнении, она ебать какая потная. Угу, там ворота мешают. Если попытаться за них запрыгнуть, в принципе-то... Да хуй там море рассекал, конечно же. Типа, пока они по сюжету не откроются, хуй ты туда влезешь. Ага, понял. Не дебил. Но! Можно сделать вот так.
Так, а это что за очко дьявола? А, не, показалось. Тут тихо. Так, площадочка. Даже можно, в принципе, без особых потерь ХП спрыгивать. Если придрочиться ко всему этому дерьму. Так, погодите, дайте альтабность, посмотрю хронометраж. Ну, есть еще минут 5-7. Поэтому давайте-ка, наверное, попробуем облазить все это говно. Хотя не, в пизду. Успеем еще сюда заглянуть. Благо, зомби-ферма здесь не в рот ебаться какая. Так, опять же, потолкаться. Продали наш там щит. 180, 259. Сколько? 6993? Охуеть. Так. Это точно нахуй. Нахуй. Дробовик в пизду. Это в пизду. Это в пизду. У меня такая есть. Так, дробовик мне, в принципе, нахуй не впился. О, 14,5 тонн, мне в рот ебись. Так, переэкипируемся. Так, теперь мы потеряли реген ХП. Но с другой стороны, у нас теперь. Охуенно огромный щит. Короче, сдаем квест и заканчиваем серию. Наверное. Че у нас там по этим самым, как их, блять, по точкам, куда нам? На доску. Так, шары забрать. Так, заодно пасем на предмет стервятников. Ну, мало ли, какая хуятина. О, а вот и птицы. А раньше за них давали больше XP. Сука, пидорасы. Я аж пернул от неожиданности. Так, патроны к снайперке. Где-то тут петух летает. Уже не летает. Так, активировал, иначе можем съябывать. Так, как нам лучше пройти? Через боковой проход. Надеюсь, там есть дырдочка. Главное, что меня сейчас тут зомбаки хавать не начали. А они здесь есть. Соси. Ты охуел на меня блевать, животное? О. Там еще один блевомет, что ли? Так, уложил. О, патроньем разжился. Заебись. Где-то там был пидор, но мне уже не до него, потому что мне вообще как-то посрать. Ага. I'm possessed.
The knock sounds like this. Now go and leave this robot for the skanks. Okay, I'm saying now. No more evil, no siree. I'm practically robot killer over here. New missions are available at the Jacob's Cove bounty board. Оп, заебись. Так, заодно пойдемте посмотрим, что там по стволам, и, наверное, будем заканчивать. Даже все равно больше как бы ловить нехуй на данный момент. 50. Всего-то, блядь! Так, что у нас там? 132 тоже нахуй. Два одинаковых револьвера. Так. Так. Чё, куда мы дальше путь-то держим? Угу. Вы думали, я чё, бля, зря в ПВО служил, а? Так, активируем. Чё тут есть по счетам? Не, нет нихуя интересного. Ладно, попиздили. Ой. Так, ладно, повторяем, попиздили. Грым. Так, блядь. Ну что ж, вот мы и у лодочки. Мертвая гавань. Но на мертвую гавань мы посмотрим уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Адьос, парни. Sunrise House.